Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Сегодня я хочу зайти, с удовольствием хочу зайти в новый букс BitTraffic. Насколько он, ну, мне известно, он похож на Synergy Traffic. Может, кто помнит его, был такой букс. Там все заработали очень хорошо. Вот. Значит, регистрация. Ну, так вот он выглядит. Можно перевести на русский язык и прочитать. Заработок здесь в биткоинах. Значит, вводим email адрес и пароль. Повторяем пароль. Я ввела свой email, два раза пароль и нажимаю на синюю вкладочку. Так, ага, здесь капча. Прошла я капчу наконец-таки. Значит, здесь нужно, пишут, ввести код, который придет на почту. Так, сейчас зайду на почту. Так, код я скопировала. Мне пришел код в папку спам. Сейчас проверим. Нажимаем на вкладочку. Так, далее нужно ввести имя, фамилия, юзернейм. Здесь далее кошельки. Обратите внимание. Так, Payeer Perfect Bitcoin. Так, и здесь у нас что? Сейчас всю рекламу уберу. Так, пин-код. Надо ввести 6 чисел. Сейчас я поставлю на паузу и заполню. Все делается на латинице. Ввела имя, фамилию, свой логин. Выбрала биткоин, так как мы с биткоином работаем. Вот адрес. И ввела пин-код. Пин-код записать где-нибудь, чтобы потом не искать. Нажимаем сюда. Что-то мне написали. Переведем на русский. Ага, юзернейм надо. Больше чисел, букв. Значит, напишем так. Так, все. Нажимаем. Все, синяя вкладочка. Теперь что? Угу, что-то меня перебросило. Ждем. Вот здесь видите чиселки. Я делаю все в режиме онлайн, так что не допускайте ошибок при регистрации. Букс без вложений. Прошли числа, нажимаем дашборд. Опять отсчет. И я попала в кабинет. Значит, здесь пишут, что нужно активировать. Чтобы просматривать рекламку, надо активировать. Значит, давайте здесь сначала посмотрим, что у нас. Так, ну вот, логин, стандарт. Так, вкладочка Виндрафт. Далее. ППС, ну тут как бы шапка наша. И вот здесь заработок. Раз, два, три, четыре заработка. Значит, чтобы активировать, нужно просмотреть 10 рекламок. Нажимаем. Опять вот здесь, видите, полоса идет. Сейчас просмотрим рекламку, чтобы проверить капчу. Что за капча у нас? И вот здесь, видите, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот такая у нас капча. Ищем такой же значок.
нажимаем Next и просматриваем следующую рекламку. Вот у меня появилась, да? Я пока поставлю на паузу и пройду эти все рекламки. Вот последняя рекламка. Так, что-то мне тут написали. Ищем мячик. Next. Так, здесь у нас что? Переводим. Вы уже квалифицировали свою учетную запись. Нажимаем на синюю вкладочку. Далее панель прибора. Второй раз туда же. И все, я квалифицировалась. Так делаю все в режиме онлайн, так что, как говорится, на ошибках учатся. Ну что, давайте посмотрим рекламу. Так, это обмен трафика. Смотреть. И что у нас там? Угу. Вот здесь вот наши рекламы. Значит, 240 сатошиков. Ну, тут за 120 секунд. Это тоже, да? Далее 120, 30, 20 сатошиков начисляют. Давайте одну просмотрим. Ой. Вот. За 240. И посмотрим вот баланс по нулям. Как нам зачисляют. Сгружается. Так, я просмотрела 120 секунд. И капча. Ищем такой же значок. Все. Так. 240 сатошиков. Нажимаю на синюю вкладочку. И сейчас посмотрим. Вот. Посмотрите, 240 сатошиков начислили. Так? Я думаю, для первого раза достаточно, потому я, так как буду делать еще видео и не одно, надо посмотреть реферальную ссылочку. Так. Реферальная ссылочка, где у нас находится. Вот. Promotion Tools. Так. И смотрим. Вот наша партнерская ссылочка. Я приглашаю в этот проект без вложений. Здесь можно хорошо заработать. Вот. Ну и продолжение, естественно, следует, так как я буду с удовольствием здесь работать и буду продолжать мониторить этот проект. Присоединяйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.